Капитан команды номер 7 Антон Шкалин. Номер 1 Максим Чушков. Сборная России Михаил Лихачев. Арена в Лужниках, ну и, собственно, матч сборной команды Азербайджана вчера. И это Россия! Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые болельщики, вот посмотрите на повторе на больших экранах. Наш голкипер забивает. И это гол Россия! Очень быстро российская сборная делает счет 2-0 в свою пользу. И это гол Россия! Великолепный гол, дорогие друзья, счет становится 3-0. Красиво комбинируют наши ребята. Ух, как не забирал, но чуть-чуть первый удар головой в перекладину, а дальше чуть выше ворот. 3-0, счет прежний. Как всегда, насладимся повтором, друзья. Ну и здесь, по сути, голевую передачу можно на счет Бориса Никонорова записывать. И еще какой моментище! Ну что ж. И это Россия! Никаноров этой встречи делает счет 6-0. Как всегда, давайте посмотрим повтор. Здорово, Борис разворачивается и пробивает. По воротам сборной команды Азербайджана.